отключили волны. Класс. Короче, мы на море приехали, ребят. Ого, какие большие волны. Класс, как на волнах, на море. На море, на море. Как там, в Кукуте не пою, да? Поем и веселимся. Борюсик в море залез. Ты отважился в море залезть, сына? Ой, как классно здесь, да? Папа с сыном ушли на море, заплыв. И Сашунька их догоняет. А мы с Анютой здесь на шезлонгах отдыхаем. Классно? Смотри, сколько для тебя горок много, где ты можешь кататься. Скажи, а как вам такая горочка? Сейчас Боря пойдет туда спуститься. Я что-то не захотела. Слишком большой угол падения, что ли. Наверное, штук захватывает. Сейчас спросим, что Боря об этом думает. Боря, это так смешно выглядит. Как тебе? Как лягушонок в луже. Как тебе с этой горочки упасть? Хорошо. Что-то мне страшновато. Иди попробуй. Не, не хочу. Ну тебе как ощущение? Хорошо, нормально. Ты так выпрыгиваешь с этого трамплина классно. Отдыхаем. Знаешь, такое чувство, тепло, как будто бы вот закрываешь глаза, шум прибоя, море. Так классно, вокруг тебя как будто бы пляж и люди вообще. Вода нагоняет аппетит, поэтому пришли еще раз покушать. А к вечеру людей все больше и больше в аквапарке. Я не представляю, что здесь выходные дни. Мы снова сменили аквапарк на термозону. Анюта уже плавать не хочет. Она взяла мой смартфон, будет смотреть видюшки разные. А мы пойдем еще поплаваем. Нам очень понравились вот эти вот бассейны, вот этот лабиринт. А сейчас еще темно на улице, там вообще такой романтик внутри. И все такое оно, видите здесь. Ну прям очень нам нравится. Здесь получается такие теплые, холодное, теплое, холодное, наверное. Ой, здесь хорошо, скажи. И для маленьких, смотрите, как классно, не опасно. Сюда хочешь холодную? Ну давай холодную. О, там холодная. А ты теплая. Хочу вам напоследок снять вот этот лабиринт именно ночью, ну вечером. Привет, вот этот. Привет, привет. А вот это самая романтичная зона, самая такая классная, сказочная, красочная. В которой плавает наш Тимошка.
Привет, молодой человек. Ты за мамой поплыл? Да. Ты рад, что можешь теперь сам плавать? Да. Классные жилеты, скажи. Да. Саша наслаждается. Теперь у нас папа от мамы не зависит. Мы за ним постоянно приглядываем. А Тимошка как плавает? Вы посмотрите, какой парень. Я не плаваю. Ага, не плаваешь. То есть ты плавать не умеешь, да? Умею. Умеешь. Я говорю, Тимошка как плавает? У нас только один Боря теперь у нас на руках. Все остальные, видите, сами по себе. Это уже удобно. Через пару годков, глядишь, и Борюсик будет уже сам. Поэтому уже будет более полноценный такой отдых, знаете, когда родители смогут сами себе время уделить и дети. Ну, это через годика 4, когда уже ему будет столько же, сколько Сашуньке. Сейчас ему только 2, но все-таки. Вот это мы накупались, ребята. Совмещение аквапарка и спа, и вот этой термозоны, это вообще бомба, конечно, очень самое классное. Разнообразие классное. Смотрите, что Борисик сделал. Он заснул, уже полчаса спит, пока мы с Борей вот там сверху. Только что отдыхали, там так классно, когда темно. Там такие в воде, как шезлонги. Мы там прям так классно время, только что полежали, так отдохнули, время провели. Сейчас пойдем еще раз перекусим перед отъездом и уже будем ехать домой. В общем, ребята, впечатлений море. Больше всего поразила теплая вода. В ней можно находиться часами, без преувеличения. Я так долго в воде не находилась очень давно, потому что я очень мерзлячка. А здесь комфортная температура, причем для всех. Она и не жаркая, и не холодная. Еще что очень понравилось, что в одном огромном комплексе много-много мест, куда можно сходить. То, что мы рекомендуем, это аквапарк плюс зону, либо спа-зона, либо, ну, кто что любит, либо термозона. Вот. Очень классно сюда приходить прогреваться. Хамам вообще это сказка. Здесь столько хамамов. Вот этих сауны, или как они там правильно, не помню уже. И спа-зона, конечно, показать мы вам ее не сможем, мы ее не брали, не оплачивали. Но в спа-зоне там очень много спа-услуг. Конечно, для любителей спа-салона, туда вам дорога заказана просто. И спа-зона, скорее всего, такого же формата, огромного, потому что здесь все такими масштабами, знаете, не просто. Потому что в спа-зоне тоже бассейны, баньки, там, да, что джакузи, ну, спа, разные процедуры. А еще такой момент, здесь есть боулинг и караоке-клуб. И вот мы хотим туда тоже сходить, не знаем, получится у нас или нет, в воскресенье мы хотим туда поехать, поиграть с детьми наконец-то в боулинг. Мечта у нас такая. Короче, огромнейший комплекс. Поразило очень большое разнообразие горок для детей от 100 сантиметров и выше. Вообще это просто бомба. Что-то там Боря еще подсказывает. Что? Это что значит? Ссылочку оставим в описании. А, да, обязательно. Ребята, такой комплекс в Москве. Просто. Еще что очень сильно поразило, это горки, которые выходят на улицу. Я подошла, правда, тогда говорю, вы знаете, не хватает прозрачной горки. Когда ты с высоты видишь под собой вот эту вот, ну, высоту, это просто бомба была. Но, к сожалению, нету. Навряд ли они уже под нас переделают этот момент. Но вот это осознание. Вы видели, какие там масштабы горок? В предыдущем видео посмотрите. У нас просто две части этого видео. Ты просто сможешь, думаешь, я сейчас там буду лететь. Вот с этой высоты вообще очень классное впечатление. Все довольны очень сильно. На этом мы будем видео заканчивать. Мы просто сейчас уже пойдем перекусим еще. Буквально чуть-чуть. Попьем, может, что-нибудь горяченького. И оденемся, пока высунемся. Уже это снимать не будем, это все скучно, нудно. Поехали мы домой, ребят. Спасибо, что были с нами. Просто, просто. И пользуйтесь скидками. В этом комплексе очень много скидок. На разные праздники. Вот на сайте, вот мы оставим ссылочку, отслеживайте. Много разных праздников. Там День влюбленных, например, там может 8 марта. Потом день рождения скидки. Потом многодетным всегда скидки. Это вообще очень радует. 40% в будние дни, это очень много. Это почти половину не дешевле. Поэтому каждый сможет сюда позволить себе сходить. Цены в сравнении, мы сравнивали с разными аквапарками, очень лояльные, очень адекватные. Я вам их показывала. То есть это не заоблачные цены. Все, будем прощаться. Пока-пока.